Полетели. Посмотрим, что у нас там найдется. Я правда. Да не, должно что-то найти. Че, скинул? О, мне все поднялось, песня. Вот она до сих пор не зовут. Сколько? Нельзя тоже было. Называется, повыбивал скины в PUBG, теперь, блин, нельзя некоторые из них продать, потому что они не котируются как продаваемые. Хм. Ну, я далек от всех этих PUBG'ов и Apex'ов. Мне как-то... Не, игры-то, в принципе, прикольные, если чисто либо в компании, либо в одиночку играть, там побегать, поболтать. Угу. Тем более в PUBG это не тот, который 2016-18 годов, там, где чисто он ли киберкотлеты играли. Я помню, вот 18 год PUBG, там просто можно было зайти и сдохнуть с первой же пули, потому что что? Правильно, какой-то мужик сидит на задворках локации, нашел коряк, умеет высчитывать баллистику и такой, туда. И все. Угу. Добавно. Да. Надо будет в Payday 2 поиграть, если ну, у меня в воскресенье не получится. Ну, я не знаю, как у меня на выходных получается. Как бы надо, в общем-то, не, время как бы подгадывать, в общем-то. Опа. Опа. Какой, блин. Ожидание других стильный, игроков. Стильный у тебя чувак. Как будто это... Песня. Ну, у нас, по-моему, один и тот же этот. Сетап. Да нет, я там что-то менял. А винтовка, я, по-моему... У так. меня скин единственная винтовка. Можно ее как-нибудь осмотреть? Дубовая. Уже приготовьтесь. Так, я уже забыл, как там работала все эта дрянь. Ну... А, на Ешечку нажимаешь, получаешь... Ай, блин, спугнул птичек. На Ешечку нажимаешь, получаешь... Да, видение. Картины видения, да. Ну чё, теоретически надо спокойно, никого не спугнув, пройти. Ой, слушай, здесь есть эти самые. Чё, ну, как, ты какого берешь? Ладно, не а вот, вот, что там такое? А, вот это вот надо уничтожить. А, понял, спасибо. Песня. Обожаю. Ой, уже не надо. А ты, так, ты... у меня какая-то фигня началась. Что случилось? А, все, не, нормально, песня. Продолжаем. Песня? Что за присказка такая? А, да, у меня с того, ну, в школе так, такой момент есть, что этот... Ну, ребята обычно говорят, когда что-нибудь прикольное происходит, либо все закончилось, и все, песня. Ага. Ну, так, куда идти-то надо, куда же идти? Играл в Тарков, короче, это просто намного отличается от Таркова, вот эта игра. Прям тотально отличается. Ну слушай, у нас вот тут вот чисто технически. Опа, что это было? Это я тут. Короче, на middle mouse можно маркировать предметы. О, кто-то стреляет. Причем без глушонки. Пошли наверх. Там прохода нет. О. До кого-то уже дошли. Идет изгнание, песня. Мы найти никого не можем, блядь. Ладно. Я его карный бываем. Ты, кстати. Ой, изгнание там идет. Полетели? Изгнание там где-то нашел. Ну, там вот облако какое-то. Блин, лошадь. Угу. Ну, получается, там. Ага. Примерно. Да, вижу. Опа, у нас сзади кто-то был. Да? Ну, по звукам. Так. Ага, там этот зомбарь. Да, зомбарь неинтересно. Чтобы этот. Да.
изгоняю там. А тут типа лутаться можно или нет, или чисто он этот? Ну что-то находишь какие-то патроны, что-то такое в этом роде. Я молот подобрал, ты прикинь, да? Да, но он такое тяжелое оружие, которое скидывается. Че, пошли на изгнание? Да, пошли на изгнание, где это? Что-то где-то прямо стрельба. Ага. По левую руку. Угу. Ой. Где там пиявка, да? Пиявка, мэн. Это полурак, полухрен. Ну как? А, ладно. Ты где? Да я тут чисто мужика стреляю. А, мужика? Куда по нему стрелять-то? Ну это уже робос. Понял? Это есть место или нет? А, понял. Все. Извините, зря быканул. Что случилось? За мной погоня. А этот жиробас? Нет. Собаки. Блинский. Черт, вообще это забыл. Песня, я от них этот. Чего? Что-то не смог, да? Не смог. Дура, блядь. Забрал награду, выследить его с помощью. А, вот. Мужик какой-то, короче, что-то награду подобрал. Да. Ну, надо за ним бежать. Полетели. Сейчас. А, вон он, или это тай. Ты горишь. Да. А, я думаю, чё это? Воровка будет, если просто наш первый этот. Вот тут, может, какой-то. Нарадовался я с помощью темного зрения. Да ладно, похер. Так, что-то еще кто-то что-то нашел. Игроки, подобравшие награду, могут видеть охотников в районе действия темного зрения. Песня. Так, блин, где эти ребята? Черт, не понимаю. Хрен его знает. Хрен его знает. Где? Кто убежал где-то. А вон туда, что ли? Стрельба по левая. Ладно, побежать. По левое плечо. Ага, слышу. Теперь по правой. По правое плечо, да. Ну тут по левое далеко есть. Там по карте надо смотреть. Подобрал награду, выследи его с помощью. А вы точную метку не можете типа, да? Вот. У меня патронов нема. Это печально. Ну, на пистолет именно. Да, я понял. На винтовку-то их тьма тьмущая. Шестнадцать патронов еще. От меня сейчас траванули. Сволочи. Ладно. Я вроде работал. Да.
Так, это ты? Да, это я стрелял. Так, что там у нас? Да хрен его знает. Да походу от нас сваливает уже. Во да. Все стороны. Че, предлагаю на выход по-тихому двигать. Как бы опа, понять. Прям перед нами буквально метров 200 выстрел. Да, слышу. Угу, 200 примерно. Забей, 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 побежали. Тихо. Тихо, 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 тихо. Увидел пацана. Не знаю, я его попал, конечно. Опа, по мне. Вон, 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 вон. Да ты мастер-снайпер. На тебя убили, нет? Нет, меня не убили. Меня с ножа чел забрал в ближнем бою. Ты меня поднять можешь, нет? Черт, да, побери, он блин. Он нас двух с ножа забрал. Как? Черт. Ладно. Ну, я испугался, я, короче, перепутал. Я хотел тоже нож взять, но в итоге сдох. Ну, похрен. Но я одного завалил. Угу. Ну что? Я тоже одного завалил. Я, блин, всегда комом. Я наконец-то хоть кого-то убил. Этот, блин, с ножами тут бегает. Что за издевательство тут? Ладно. Ладно. Ваш охотник обманул смерть и будет полностью восстановлен. Вы получите только половину опыта. Да? Пуфик. Угу. Ну тут ты... А, ну вот. Я двух охотников убил, что? Да-да-да. Когда успел? Угу. Убито охотников два. Опыт 700. Да, два охотника убито. Хрен знает, когда вообще это было. А монстров 22. Ну там... Походу у нас разблокировано. Наган, спасибо. Так, подождите, дайте-ка я оружие поменяю. Мужик, дай мне многозарядку. Mm-hmm. О. Так, я вообще не понимаю, почему. Я как... автомат взял. Как это работает на самом деле? Так. Так, сейчас один момент. Попробуем так, сейчас. Не, одержимых надо уработать. Вот, готов? Труду и обороне. Сейчас. Вот сильверпак какой-то. Все, спасибо. Я увидел цену, я обалдел. Так. Темный дар. Назад. Где мой этот самый? Первый вход с наградой можно получить раз в сутки. Спасибо. А, тут надо адских гунч 5 убить. Пиявочники надо уработать, а потом в ближний бой. А что это вот за... Так. А, тут же надо будет их нанимать потом. Кого? Охотников? Охотников, но... Ну да, типа, тебя убьют. Потерял, и... нанимаешь нового, да. А ты не это самое. Не-не, почему? Не, у меня есть, он как бы каким-то образом обманул смерть и... Ну, я так понял, что это только первые разы какие-то. Ну, то есть, какое-то время, а потом это будет... Не обманул смерть, а просто сдох. И ты заново.
Так, сейчас Все, поднимаю погнали, на... я Жене игра пройду. Хорошо. Так. Адреналин, давайте адреналин. Меня просто какой-то прикольный на маузеров винтовка похожа. Медвежий клык. Готовность, да. Ну давайте попробуем так. Я вообще не понимаю. Не А, ну понимаю. вот, слышь, нифига себе у него навыки хорошего этого Свена Остром. А, вот, Мосина, это Мосинка вот у меня, все. Песня. Месть голомяса. Обожаю Мосинку. Особенно в этом, в Сталкере, на первоначальных ступенях, это вообще песня. Темное зрение, эффект длится недолго. Вообще раньше, именно когда года два назад, Ханшоу Даун еще был, Да. можно что было делать, там такого именно вот этой всей фигни не было. Там ты выходишь, считай, там три человека на карте, и ты должен именно убить босса. Ты убиваешь босса, забираешь с него награды, а сейчас боссов что-то вообще нет. Либо мы подключаемся к уже идущим битвам, я хз. Не, там сессии короткие, и насколько я понимаю, сессии короткие, и поэтому они быстро собираются достаточно. А, А, наверное. и боссов несколько на карте. Вот групп на карте тоже Но мы несколько. сейчас дуо встретили, считай. Это типа челики дуо были, дусами. Ну, мы в дуаль... Ой, господи, дуальные режимы играем. Оу. Ожидание других игроков. Готов. Готов. Let's go. Пойдем. Так, куда идти для начала надо? Прямо. Рама. Да. Может, кого-нибудь из игроков встретим, кто ж его знает. Поздороваемся. Конечно, поздороваемся. Слушай, там подсказка есть. Какая? Полетели, покажу. Не знаю, вроде это так работает. Работает лучше. О, патроны. Не то. Мне Бери. не нравится этот звук. Подожди. Понятно. Пристрелили? Без базара. Да. Кого? Тебя? Прямо. Да. Ты? Тебя? Нет, меня. Нет, блядь. Блин. Этот потерял сознание. Чел. А, ну, мужик чисто какой-то мега про геймер. Там прямо будет. Так. Смотри, он за этой самой. По голове заехал. Тебе? Здесь. Нет, я ему. Урубом. Есть одно попадание. Здесь будет. Отходи. Ладно. Вроде коцнул. Точно. Или нет? Главное, чтобы не оживило, да? А вон там вижу. Хуже. Есть Красавчик. все. Один-один, сучка. Ага. Обыскиваю. Вот. Что там у нас? Все, ответ на удар, набор первой помощи. Ну, мы Да, дусов завалили. первая команда. Хорошо получилось. Да.
Да я просто, я не представляю. Он меня, знаешь, в чем прикол? Первые два выстрела он тупо мне выдал фул тело. Он даже в голову не целился. Когда я пытаюсь в голову, типа, целиться, он не целится в тело. Ага. Ну и ребята, в принципе, иногда не умеют по мансующим целям. Так, нам обратно. На реакции. Но мне понравилось. Так, в этом домике какая-то хрень. В каком? А вот в этом. Давай. Так, этого ножом лучше было. Давай, давай, давай. О, ловушечка. Получаем подсказку. Карта обновлена. У тебя карта обновилась? Наверное. Должна была. Смотри. О. Да, да, вижу. Пошли. Блин. Патронов у меня, конечно, овер мало сейчас, на винтовку осталось. На винтовку, да, непосредственно. Так. Я с винтовки больше стрелял, как вам. Ну да. Промазал. Ну что? Два раз промазал, давай третий раз промажу и вообще... Это тот же, боже мой. Резай. Блин, 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 блинский. Резай. Не убили как-то. Блин. Блин, блинский. Я вон вижу. Я вижу. Кто тебя убил? Не знаю. Мужик тот же. Скорее всего, где-то сидит. В кустах. Полетели отсюда. Да нефиг тут делать. Сейчас я тут подлечусь немножечко. Да, то же самое. Так. А можно хп восстановить или нельзя? Можно, там аптечка в этих самых. А у меня она не восстанавливает, почему-то не знаю. Типа да? Я с вон хп. А можно поднять? Набор ПМП, ну. А набор ПМП у меня еще, по-моему, без базара. А я тебя могу, например? Нет, не могу. Тут нет только походу. Фонарик есть, зато. Фонарик, это ладно. Так, шприц с адреналином, это чтобы, скорее всего, быстро остановить человека. Меня чел, паук изгоняется. Ну ладно, мы не за пауком бежим по большей степени. Мы бежим за другим. Полетели. Ага. Че с фонариком бегаешь? Не на ту кнопку нажал, да? Понятно. А вот какая-то тварь. А нет, это обычная тварь. Блин. Успел я вроде уработать, не знаю. Успел, успел. Да. Так, нам туда. Ну, я бы советовал отбежать, вот, конечно, станцию, потому что народа может быть. Ну, я лично, когда играл, тут мужиков было, смотри, мужчин. Ага. Но тут же не одна карта. Или одна карта. А, это у меня карта. Ай, блин. Давай убегаем оттуда. По посту. Я поэтому не советовал сюда заходить. Ладно, неважно. Что-то жив, надеюсь? Я жив еще. А я нет. Как это так получилось? Ну, я там немного остался живым. А, ну ты все-таки остался живым. Песня, да. Лечусь. Так, что тут горело так красиво? Я уже активировал. А, супер. Пошли. Что это будет? Я на супер минимальном хп сейчас. Опа. Ящик с боеприпасами. Песня. Что с кем-то?
Это там у меня в лесу. Почему-то не восстанавливается полное это. Опа. Так, сзади какая-то тварь. Блин. Бежим отсюда. Ну что, сдохнуть, блин. Побежали. Ты где? Да блин, сейчас. Тут всякие зомби по пути ходят. Красава. Так, что там у нас? Что там у нас? Где? Вот туда. Лесопилка. Yeah. А, слушай, ну получается. Короче, не восстанавливается ХП. Подобрал награду, понятно. А, ну может, потому что один раз нас уже убили, нет? А? Один раз уже поубивали, нет такого? Нет такой механики? Не-не, мы сейчас убиваем второго, получается, этого мужичка. Не, я про другое. Слушай, мы, получается, одну команду из трех убрали. Да. И, видимо, вторая, она тупо будет убегать сейчас. Да и мы сейчас тоже как бы не особо долго будем здесь ходить. Да. Это где ты? Что за бред? Вон там бегает. Наверху. Паук, походу, опа. Да? Нет, не паук, кто-то другой. Вот сверху. Взял? Что? Нет, ничего не взял. Здесь. Давай. Давай. Не садь. Так, обновлено. Все. Мы знаем. Ну, на лесопилке. Поблизости. Это хорошо. Патроны нужны? Ну. Пустой ящик. Понятно. Опа. Я представляю, где он может быть. Подожди, стоп. Внизу. Слышишь шаги? Да, слышу. Под нами, считай, прям. Жирный Боров. Блядь. А у меня ХП минимум. Ну, дохнем так, дохнем, ничего страшного. Ой. Так, что это такое? Неизвестный игрок какой-то сзади. Сзади, да? Одним выстрелом работает. Блин. У нас спереди был. Откуда он вообще? А откуда это было? Да он со второго этажа прицелился, сволочь. Понятно. Чел тупо ждал, сидел. Бляха, они делать нечего таким кемпером. Ладно, но черт с ним. Они боятся идти на босса, потому что они достаточно уровня, зато они хотят легкой наживы от других игроков. Маза, логично. Он сейчас нас залутает, да уйдет. Ну и бог с ним. Ладно. Найдена вторая часть, найдена третья часть. Одержимо 7 убито. Адский гончий 2 убил. Посвящение в охотники. Бронированный один. Оживил. Охотник одного уработал. Угу. Сейчас. Я тоже проверю. Ох, песня сразу до 4 левела. Винчестер. О, Винчестер доступен. Угу. Вы обманули смерть, спасибо. Разблокировал. Наган с глушителем, он у меня его типа не было, да? Ладно. С рождения напарника 2. 200 опыта. Двух убили. 700. Так, монстров убит. 11. 200. Ну... Хорошо. Летели. Полетели. Да. Слышишь, Крит, который мгновенно восстанавливает 75 единиц здоровья. Ага. Подождем. Что тут у нас? Ранг 11. Но помните, что отныне охотники, погибшие на миссии, будут покидать вас навсегда, а с ними пропадает и выданное им снаряжение. Не.
Значит, этот до 11 левела чисто технически можно погибать и не терять. Да. А, ну типа, ты качаешь его до определенного уровня. Вот у меня там как раз одно окошечко осталось для этих самых, для навыков. Вот. Прогресс. Не знаю, я сейчас пулемет взял, посмотрим, что получится. Винчестер есть. Так, сейчас. Противоядием есть, целеустремленный. Подожди, охотники, но. А если смотреть на него? А, вон и чё. Ну, это мужик, да, тут прикольно. Рычажный механизм увеличивает скорострельность при стрельбе от бедра при использовании оружия с затвором рычажного типа. Саламандра снижает урон от огня. Существенно сокращает время, необходимое для восстановления после отравления. Дубовая кожа. Пустая кровь. Ой, боже. Сколько всякой фигни, да? Да. Снаряжение. О. Так. Ядовитые боеприпасы. Так. Что-то мне нельзя его купить. Почему? Условия Господи, еще какие-то условия разблокированы. А, ну ладно, это игра Гринд. Да? Ну, я так воспринимаю, что... А, слышь, мы, да, играем против команды из двух человек, значит... Значит, там два этих сидели. Да. Ну что, готовы дальше? Да, пошли. ММР. Ужас. Что? У тебя сейчас ММР еще доступен. Ёп, мама. Это знаешь, бля, играешь ханшудоу. Какой у тебя ММР в игре? Ты чё? What the fuck do you remember? О, твой вроде опер. Не, слушай, вроде не в доту зашел, а ММР есть. Да, мой персонаж. Чтобы отправиться по следам легендарных охотников. Да, пойду скоро. Что такое ММР? ММР, ну, рейтинг игрока считает по сравнению с другими. Мультиплеер матч рейтинг? Да. Так ладно, я на этом последнюю. Хорошо. А, окей. У меня репетиторы, вся фигня. Веселье начнется. С новой силой. Так, подожди, да. у тебя какой? 11 класс. Это финально. Да, в России финальный. Ага, ну хорошо. А то когда я заканчивал школу, то в 19 лет. Нет, я из Латвии. А, с Латвии? Да. Вы, получается, отец Кирилла или друг Кирилла? Отчим. Или отчим. А, вон и что. Просто он что-то рассказывал, я там. Так, то есть он что-то понимал. Что-то нет. Ну, понял. Ну, когда я заканчивал, короче, школу, то 12 класс казался немножко лишним, потому что уже и 19 лет, вроде как совершеннолетие, это еще в той же школке. Учишься, типа да. Шкила, ха-ха, типа. Школота еще считаешься, да? Так, у нас, смотри, скорее всего, будут еще одни люди буквально перед нами. Перед нами, ты уверен? Ты знаешь... Скорее всего. Но смотри, у нас, считай, спавнится 4 команды на двух боссов. И они, скорее всего, спавнятся друг по отношению друг к другу, вот именно на одинаковом расстоянии. Именно от точки. Так, что-то спавнится и спавнится. Кто-то просто не загрузился. Ну, либо кто-то устойчиво слабого компа заходит, я не знаю. Там девка стоит. Это, которая... Приготовьтесь. Полетели. Прикрою, я прикол сделаю. Давай. Можем летать.
я не хочу что-то сейчас с противниками сталкиваться. Мне больно. В этом духе. Очень больно от них. О, жирный там бегает. Пиявочник. Где мы там? Вот. Что ж ты орешь? Ладно. Уже поздно. А, слышь, один босс на всю карту. Ебать, хорошо попал. Кто там, что такое? Да уже никто. Да, босс. От бедра легче попадать. Ну, я так понимаю, что ты все-таки играл там. У тебя 76 минут было наиграно. Что-то в этом я раз... зашел, прошел обучение в начале 2018 года и вышел. Ага. Там уж пару каток скатал чисто, не понял геймплей и такой ничего. Все, спасибо, я наигрался, мне хватило. Может, наподобие. Так, скорее всего, три команды, они равно удалены от трех точек. Понятно. Понятно. Так, сзади. Я знаю. А уже не сзади. Пробежал. Опа, у меня... Надо мной. А ты забираться будешь, нет? Внутри. Ни хрена себе. Че там у тебя наверху? Блин, да тут какая-то... Так, я эту нашел. О, все, цель найдена, слышь. Ага. Так, вижу. Ага, он в этом, в амбаре вот тут вот. Че, полетели мучить? Полетели. Че, начинается? Понеслась, что там уже. Думать. Понеслось говно по трубам. Ой, вижу. Гори, ясно. А, песня. Прям базара ноль. Чел с читайна. Чел на читах играет, слышь? Да. Кто сзади там? Тебя там убили? Нет, да? Нет. Я жив. Практически. Тикаем. Блин. Тебя уработали? Не, меня не уработали, просто выход в огне. А теперь... Вот теперь нормально. Ну слушай, за мной чел бежит. Вон он. А. Да, вон он теперь, он со мной. Оп, обманул дурака на 4 кулака. А, у меня патронов? И тут патронов нет. Есть ли? Где он? Блин. Я куда-то попал непонятно куда. Что до того? Ты красавчик. Так. Ух. Теперь где-то надо за... Работали. Ну ты главным образом работал, я что-то еще пока не... Опа, по тебе? Ну, я чувствую, что кто-то стреляет куда-то. Это главное. Ага. Ворота там, да? Да. Блин, все в этих самых... будет. Попал по челику. Короче, я выпрыгиваю, просто даю рандомный хит и даю мужику.
Смотри, у нас там. Кто там прибежал, что ли? Нет, через стену бил. Я обалдел. Блин. Тебе бомбы кинули. Да. О, с чего он работал? Они какой-то. Многозарядный пистолет. Мужик вообще решил не церемониться, я понял, все. Ну. Изгнали одного. Практически убили. Убили, практически изгнали, но там нас пати зажало. А, нет, там получается, слышь, там два пати объединились чисто против нас. Спасибо, ребята. А, прекрасно. Было интересно. Ну да, тем, там типа один стоял за окном. Ага. И двое этот. Да, уработал одного. Уработали этого. Так, они между собой бьются, что ли, или что? Или мне. А, нет, походу разные. А мы изгнали его еще, вот. А, ты уже смотришь результаты? Да, а чё? Можно не за ними следить-то. А, я чё-то. Опасный стрелок, спасибо. Ну что, меня убили, надо заново качаться. Хотя я не понял, я вроде как качался другими этими охотниками, а они все равно на первом уровне. Ваш охотник обманул смерть и выполнил. За первый вход с наградой получит только половину опыта, да? Вечно я половину опыта только получаю. Привык. Ну, сейчас докачаешь до краю. Так, ладно. Я уже все на сегодня. Спасибо за игру. Может, немного попозже там потом. Все. Завтра, послезавтра подойду. Завтра. Сможем, конечно, все. Угу. А вот, опасный стрелок. Ну, это опасный стрелок. Я просто хочу понять, а что тут делать-то? Так, ну вот, покупаем. Снарядить. Ну. Ладно. Так, вот. Тут мужики с какими-то револьверами ходили многопатронными. Ага, ну это, наверное, долго играть, а там уже. Не, какой? Ну. Лично у меня этот. Ну. А. С патронной лентой. Угу. А я могу его типа взять? Кого? А, нет, это получается, я не, у меня нету этого скина, или есть? Или нету? Хрен знает. Да. Ясненько. Угу. Ладно, спасибо за игру. Действительно. Да, тебе тоже большое спасибо. Понравилось на самом деле. Поиграли, повеселились. Я пока еще не совсем понял фишки, но, это в общем... надо, да, это надо сидеть и разбираться. Ну, слушай, мы, считай, сколько? Уработали два пати? Ну, получается так. Двух подряд. Ну, в третьем, единственное, вот у нас сейчас немного засер получился, мы не поняли... Ну, мы уработали босса, но не поняли, кого этот урабатывать дальше. Угу, угу. Ну, и считаю, нас... хорошее начало. Ну, типа того. Да, ладно. Ладно, все, спасибо большое. Да. Давай, до следующих созывай. Разов. Да, я этот сейчас скачаю, ну, поставлю на установку Payday 2, у меня место освободилось. Я сейчас даже скажу, сколько. А, можно обновить 222 гигабайта свободной памяти. Песня. Почистился. Это называется через Виндир. Решил зайти посмотреть, что у меня по программам, блин. Ну, висели. Помоечка, да? Да, вообще жесть. Я говорю, я просто три папки в диске D полностью выкинул.